Курсанты военных вузов, как и студенты других учебных заведений, свои первые шаги в будущей профессии делают в ходе практики. У будущих офицеров это проходит в форме войсковой стажировки. О том, как она прошла для курсантов военного института радиоэлектроники и связи на базе одной из воинских частей регионального командования «Юг» в нашем следующем материале. Завершилась войсковая стажировка у курсантов 5 курса военного института радиоэлектроники и связи. Распределенные по различным воинским частям вооруженных сил Казахстана, они на протяжении месяца несли настоящую службу в настоящих воинских подразделениях. Так будущие офицеры осваивались в своей профессии. Для четырех друзей-курсантов Бауржана Омирбая и двух тезок по имени Али местом прохождения войсковой стажировки стал город Тарас, а именно подразделение связи регионального командования «Юг». Будущие специалисты связи, автоматизированных систем управления и кибербезопасности смогли на практике реализовать свои знания, которые скрупулезно на протяжении 5 лет изучали в родном военном вузе. В ходе войсковой стажировки мы набрали очень большой опыт. Так как здесь очень опытные офицеры, они делились своими знаниями, умениями, показывали многое на практике. Благодаря 5-летней учебе в моем родном институте и благодаря вот таким стажировкам я уверен, что я стану достойным офицером нашей армии. Для этих курсантов войсковая стажировка, которую они прошли в подразделении связи Тарасского гарнизона, уже вторая и заключительная. Первое их знакомство с реальной военной службой состоялось в прошлом году, когда они учились на 4-м курсе. А в этом году курсанты военного института радиоэлектроники и связи завершают учебу. И заключительная стажировка в войсках стала для них последним практическим экзаменом перед вступлением в будущую профессию. Войсковая стажировка дала мне многое. Я изучил много, очень много техники, которые я до этого не видал. Есть техника, которую мы в институте изучали, а есть, которую мы не видали. Мы практиковались, изучили и много что научились. Очень пригодится в моей профессии. Очень. Для каждого из этих курсантов выбор их будущей профессии стал осознанным шагом. К своей мечте парни шли с детства. По окончании 11 класса сомнений не было. Только армия и только военный вуз. Так они стали курсантами военного института радиоэлектроники и связи. И у меня появилась цель защищать свою родину, отечество. Ну, уже с тех времен у меня появился патриотизм в сердце. Вот с таким патриотизмом в сердце эти ребята и подошли к завершению своей учебы в вузе. Совсем скоро состоится их выпуск из военного института радиоэлектроники и связи. Курсанты станут лейтенантами. И офицерский корпус вооруженных сил Казахстана пополнится новыми горящими сердцами, для которых служение Отечеству и воинский долг всегда будут святыми понятиями. Дина Мухаринова, Владимир Мартыненко. Специально для Жамбыл Ньюс.